Здравствуйте. Привет всем. Меня зовут Давид, и я делаю обзор электронной книги Amazon Kindle 5. Я купил ее недавно, недели две назад, и только сейчас нашел время, чтобы сделать по ней видеообзор и рассказать вам, чем она хороша и чем плоха. Но, забегая вперед, скажу, что, в принципе, она всем хороша и плохого ничего нет. Единственное, может быть, вот несколько маркая. Но мы ей это простим. Недостатков других у нее много. Я очень быстро покажу вам комплект, которым, собственно, показывать нечего. Коробка выглядит вот так. То есть, подарочный набор можно назвать. Дали мне инструкцию, гарантию. И в комплекте у нее идет сам кабель USB, микро-USB. Это очень здорово, что Amazon не придумали какой-то свой кабель для того, чтобы не заставлять нас покупать их в случае утери. Это так как обычный кабель микро-USB, он подходит, то есть используется практически во всех мобильных телефонах и во множестве другой электроники. Сама книжка, мы ее сначала выключим, я покажу вам дизайн. У меня версия с так называемой с рекламой. То есть, когда книга выключена, то на обложке транслируется какая-то реклама. Мне это нисколько не мешает, ее можно убрать. То есть, книга, кстати, у меня прошита. То есть, я ее прошил на русский язык, на русское меню. И в том числе вот можно убрать рекламу, но я пока этого не сделал. Книга легкая, маленькая, умещается реально в карман рубашки. То есть я вам покажу позже габариты ее. Я подготовился, скачал инфу, создал текстовый документ с ее форматами, которые она поддерживает, чтобы все вам рассказать. То есть этот обзор я к нему, можно сказать, готовился. Впервые, наверное, в жизни. Вот. Вообще, что такое Amazon Kindle? Amazon – это американская компания, основанная в 1994 году. Она считается самым крупным интернет-магазином, то есть онлайн, именно интернет во всем мире. То есть крупнее них, насколько я понимаю, нет никого, кто торгует в интернете. Название само Amazon от реки Амазонка, которая в Америке, разумеется, притекает. Что такое Kindle, я, честно говоря, не знаю, как-то не читал. То есть под брендом Kindle компания Amazon, крупнейший интернет-магазин в мире, вот, продает такие замечательные книги. Чем она замечательна, чем она мне нравится? Это вторая моя электронная книжка. До этого у меня была другая. Я ее продал просто за ненадобностью. И не исключено, что и эту я когда-нибудь продам. Возможно, весной к лету. Но пока мне она нужна. Я сам себе сделал такой небольшой подарок, купив ее. И все-таки, знаете, для успокоения совести. Считается, что E-Ink технология, она считается безвредной для глаз. Потому что она, как и страница обычной электронной книги, отражает свет, а не излучает его. Итак, ладно, как говорится, меньше слов, больше дела. Сама книжка. Здесь внизу у нее кнопка включения и разъем микро-USB. По бокам кнопок нет, но если не считать вот эти боковые кнопки с торца. Наверху кнопок нет. То есть нет никаких разъемов ни под наушники, ни под что-то еще, так как книга – это просто книга. На ней можно только читать и выходить в интернет. То есть есть браузер. Мы ее включаем. И что мы видим? Мы попадаем в общее меню, в общий список. Здесь нет такого, как все мы, как большинство из нас привыкли, например, в Windows или в Android. То есть система папок, куда можно залить книги. Здесь все устроено немножко по-другому. Можно создавать свои коллекции. Как видите, я, например, создал коллекцию Стивен Кинг. И переместил туда по одной, отмечая, то есть все книги, которые мне нужны. Также, вот, как видите, коллекция Роберт МакКаммон, три книги. Все остальное группируется либо по коллекциям, либо по автору, например, берем и подряд будет по всем авторам, видите? Либо, соответственно, по названию. Тут просто пойдет в алфавитном порядке. Давайте я покажу вам характеристики, потом продемонстрирую, как работают книги. И, разумеется, мы не обойдемся без формата PDF, про который, я уверен, многим будет интересно. Итак, я открываю специально созданный мной документ, который TXT, для того, чтобы показать вам, какие форматы поддерживает книжка. Итак, смотрим. Ну, вы все видите. 6 дюймов, E-Ink Pearl, 16 градаций серого разрешения. Обратите внимание на текстовые форматы. Все знают, что такое TXT, все знают, что такое PDF, что такое AZW3, я не знаю, AZV тоже, PRC тоже, я не знаю, буду честен. А вот MOBI – это фирменный формат
для этой, который разработан именно Amazon Kindle. То есть это формат, который очень напоминает FB2, то есть в нем есть иллюстрации, в нем есть главы, оглавления. Но сделан он, заточен именно под эту книгу исключительно. Насколько я, у меня сложилось такое мнение, под Amazon Kindle. Что делать, если у вас нет книги или вы не нашли книгу в формате MOBI? Все очень просто. Есть такая замечательная программа Calibre, которая скачивается бесплатно с интернета. Программа очень удобная. Вы ее устанавливаете на свой компьютер, подключаете по USB к компьютеру книжку и выбираете из своей коллекции, то есть у вас есть книги, например, в формате FB2, который вам привычен. И вы хотите из него сделать формат MOBI. Нет ничего проще. Вы подключаете эту программу, она определяет книжку сразу, цепляется к ней. И вы в режиме реального времени можете забросить одну книгу в менюшку этой программы. Можете 10, можете 50. Нажать кнопку «Перекодировать». Не помню, задать нужный путь или он автоматом уже, то, что на книгу все это сохранится. И проходит какое-то короткое время, книги перекодируются и появляются у вас в устройстве. Сейчас я открою любую первую попавшуюся книгу. Ну, в данном случае это Стивен Кинг «Бегущий человек», по которой по этой книге был снят знаменитый фильм. Вот, оглавление, главы. Ну, тут немножко отличия есть от FB2 популярного формата, но копать эту тему я долго не буду. Перелистывает, как вы видите, достаточно быстро. То есть особо не тормозит. Кнопки для перелистывания есть и слева, и справа. Притом кнопки, как ход достаточно приятный. То есть нажимаю, все работает хорошо. Также по настройкам вам наверняка интересно, что здесь есть по настройкам шрифтов. Все очень просто. Можно как увеличивать буквы, можно сделать огромный текст. Видите, на экране. Вот, я читаю обычно на таком. Шрифтов здесь всего 3. Но я не считаю, что это недостаток или проблема, потому что пользуюсь в любом случае одним. Ну и естественно, междустрочное расстояние можно сделать больше и меньше. Видите? И соответственно, слов в строке больше и меньше. То есть кому как нравится. На мой взгляд, это хорошо, что здесь нет огромного количества настроек. Просто как, например, на Android есть такая программа замечательная. Как она называется правильно? FB Reader так и называется. Там огромное количество настроек, я ими все равно не пользуюсь. Самое интересное вообще, что вам про эту книгу могу сказать, то, что для чего я ее, в общем-то, купил. Купил я ее себе, можно сказать, в подарок. И повторюсь, то есть у меня была до этого книга, продал за ненадобностью. И, возможно, эту также продал. Но сейчас мне все нравится. Все устраивает. Вообще у меня много гаджетов, у меня на данный момент 4 сотовых телефона, игровая приставка, планшет. Я для чего его сюда положил? Для тех людей, которые мне пишут в комментариях, что Давид, снимай еще игры, я покажу игру, на которую в конце обзора, на которую буду делать обзор. Вот. Итак, вернемся к PDF формату. Открываем PDF. Весит он 50 мегабайт. Это каталог монет. Так как я нумизмат и собираю монеты, кстати, ВКонтакте, ссылка здесь внизу в описании, я создал группу, в которой рассказываю про монеты, в том числе и рассказываю про знаменитые рубли 2003 года. Кому интересно, ссылку я размещу. Итак, PDF. Листаем также целиком страницу кнопками либо справа, либо слева. Если мы хотим увеличить, например, текст, а мы, естественно, хотим масштаб и контраст, то мы, соответственно, выбираем, например, 200%, и выбираем, какую область экрана мы хотим увеличить. Увеличиваем верхнюю, и теперь мы все четко видим. И когда мы вот этой вот крестовиной перелистываем, мы двигаемся по странице. Если мы будем перелистывать кнопками, то мы также будем двигаться по странице. Не на следующую страницу, а вверх-вниз. Для того, чтобы выйти из этого просмотра увеличения документа, нужно нажать кнопку «Назад». Кнопки я вам, кстати, не показал, но я думаю, вы их и так видите. Кнопка «Назад», кнопка «Клавиатура» появляется в любой момент. Ее что-то напечатать можно. Кнопка «Настроек» и кнопка «Выхода», главное меню. По настройкам, которые есть в книге, здесь все просто. То есть магазин Amazon, но я в него ни разу не заходил. Архив, но архив нам тоже не нужен. Поиск, создать новую коллекцию, это и есть папки. По-другому можно назвать. Привычные нам на компьютере папки. То есть мы создаем новую коллекцию, называем ее как угодно.
И вручную потом перетаскиваем книги, то есть отмечаем галочками и в эту коллекцию добавляем. Синхронизация я ни разу не пользовался, если честно. Есть веб-браузер при включенном Wi-Fi, можно выйти в интернет. И также он используется для того, для интересной функции. Если вы в настройках себе заведете ящик, вот я вам покажу свой, видите, мой, на собачка.kindle.com, то отправляя с компьютера, с любой почты на свою почту kindle.com, книгу в формате MOBI, она загружается по Wi-Fi на книгу. Вот. Но я, правда, ни разу еще этого не сделал. Вот. По кабелю USB закачиваю, мне как-то привычнее, что ли. Вот. И, как видите, настроек достаточно. Не то, что много, но они есть. Я, если честно, в них не рылся. Мне они просто за ненадобностью на данный момент. Будет интерес. Пороюсь, посмотрю, что тут еще есть. Обзор, наверное, подходит к концу. Я надеюсь, что рассказал вам про эту книжку основное, поделился своим мнением, то есть что это такое, для чего она нужна. Еще раз покажу вам ее характеристики. Она легенькая, 170 грамм, то есть в руке держать ее достаточно удобно, что в правой, что в левой. Шрифт, естественно, можно повернуть, шрифт экран хоть кверх ногами, есть такая настройка, вот она. Заходим, если мы изменить шрифт, то видим, что можно вот повернуть как угодно. Повторюсь, настроек мало, и это радует. Вот, так что для сейчас коротко покажу игрушку, на которую планирую делать следующий обзор. А вам всем спасибо, что смотрите мои обзоры, что вам это интересно. С уважением ко всем, Давид. Теперь по игрушке. Игрушка. Игрушка называется... Называется она, вот она, Little Crane. Она скачивается бесплатно на Android Market, на Play Market, точнее, как он правильно называется. Но там, если я не ошибаюсь, 4, 5 или 6 уровней открыто. Для того, чтобы открыть другие уровни, в том числе и знаменитый вертолет, я думаю, многим он интересен, основной купил ради него, то нужно ее купить. Стоит она 80 рублей. Я купил и не жалею. Покажу вам вертолет. Если честно, не было времени особо играть. Ух ты, да, прикольно. Вот. Так, громкости прибавим. Вот что-то здесь нужно сделать, я, если честно, не вникал. Это последний уровень. Покажу вам еще по-быстрому пару, на мой взгляд, вообще интересных, просто мега интересных уровней. Я по этой игрушке планирую сделать обзор, потому что действительно игра меня просто потрясла. То есть, чем она меня потрясла? То, что здесь, вот туда нужно, представляете, на ту верхотуру забраться, вот, набрать шариков вот в эту машину. А она, соответственно, видите, управляется. Вообще просто класс. Возможно, те, кто работает на таких машинах, если среди моих зрителей есть, вы напишите, кстати, кто-нибудь реально управляет такими машинами. Вам это покажется просто смешным. Вот, но я никогда похожей техникой не управлял. Поэтому я просто наслаждаюсь процессом, реально. Класс. Вот, так что ждите, обязательно я сделаю обзор на эту замечательную игру. Не буду обещать, что сделаю его в этом году. Сейчас у нас уже 24 декабря. Скоро Новый год, Рождество. Всех еще раз поздравляю. Но обязательно сделаю. Вот, спасибо всем за лайки, которые вы мне ставите. Спасибо за комментарии. Спасибо за то, что вы смотрите мое видео. Мне нравится снимать эти обзоры, и я буду продолжать развивать, делать обзоры свои и по технике, и обзоры, которые называются «По Москве с хорошим настроением», мои же, на моем канале, можете посмотреть здесь же. Вот внизу ссылка на мой канал. Если кликните, то увидите все видео, что у меня есть. Также буду, конечно же, развивать популярные, я вижу по лайкам, кое-где уже 70 лайков плюс и ни одного лайка минус. Обзоры, которые я делаю, называются они «Я всем доволен». Также планирую развивать обзоры интервью, я уже говорил об этом. Ну и, кстати, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, о чем бы вы хотели, чтобы я сделал обзор. Я не имею в виду технику, у меня нет возможности брать какую-то технику, которую многие пишут. Возможно, какая-то тема. У меня, вот, например, идея сделать по московскому метро обзоры. Может быть, что-то еще. Напишите, и я почитаю. Возможно, я смогу это сделать. Если смогу, я сделаю.
Всем спасибо. Счастливо.